Попытка объяснить происхождение религии выдумкой правителей проистекает из весьма поверхностного и узкого взгляда, сводящего такое сложное явление, как религия, к каким-то посторонним для нее корыстным мотивам. С таким же успехом можно сказать: наука – орудие порабощения. Для многих близки такие взгляды на происхождение религии потому, что им сродны и понятны подобные мотивы из-за ограниченности их личного опыта. Аристотель. Один человек или немногие могут выделяться своей добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства – дело уже трудное. Алексей Лосев. Философы и монахи прекрасны, свободны, идеальны, мудры, рабочие и крестьяне безобразны, рабы по душе и сознанию, обыденно скучны, подлы, глупы. Философы и монахи тонки, глубоки, высоки, им свойственны духовное восхождение и созерцание, интимное умиление молитвы и спокойное блаженство и величие разумного охвата. Рабочие крестьяне грубы, плоски, низки, им свойственен вульгарный пафос мордобития, зависть на все духовное, гениальное и свободное, матерщина, кабак и циничное самодовольство в невежестве и бездействии. Я утверждаю, что феодальный строй и его идеология стремились не к эксплуатации трудящихся, а к истине. Так, конечно, как это тогда понималось. Истина, которую исповедует феодальный строй, есть церковь и послушание ей. Тайна векового крепостного права есть тайна послушания и отказа от своей воли во имя спасения души через послушание истине. Идеей и душой крепостного права является не эксплуатация трудящихся, но спасение души и церковные догматы. Надо помнить, что крепостничество есть вовсе не то, что клевещут у него либералы всех стран и народов. Средневековые крепостные отличаются от античных рабов так же, как икона отличается от статуи, как личность от телесного организма, как музыка духовных далей от физически осязаемой вещи. Крепостной мыслится принципиально свободно, он личность, а не вещь. Его подневольное состояние отнюдь не есть рабское состояние.